Как много мест, где не был ты и не была она. Как много мест, где есть вода и рыба. Но манит каждый год высокая стена. Базальтово-гранитно-ледяная глыба. Горячее солнце все ближе, но все меньше греет. Наверх пробираемся, как после пьянки домой. Туман в голове, дрожь в ногах, и все тело болеет. Но это всего лишь начало, а значит и в бой. Чем выше ползешь, тем ты ближе к Аллаху и будем. И кажется, вот до Иисуса коснешься рукой. В момент приближения под ноги смотреть не забудьте, ведь это уже продолжение, а стало быть, в бой. Здесь ветер шалун, он не только лишь тучи гоняет. Гоняет людей палатки, нарушая покой. И множество колких снежинок наверх поднимает. Но это уже завершение, а значит и в бой. Морозное утро, плюнешь, и плевок замерзает. Шагаешь со скоростью улитки, перемещаясь вперед. Секунда, победа, и тело на вершину вползает. Но это и ты на вершине, а мысли уходят в полет. Какое вот здесь сомнительное наслаждение. В действительности альпинизм, вот он какой. Да все хорошо, и ты совершил восхождение. И ты на вершине, а мысли, различные мысли кружатся и вертятся, и суетятся. А стоит ли им выражаться, а стоит ли им влезать? Стоишь на вершине средь снега, откуда здесь теплому взяться? А нет, есть тепло, есть удача, есть то, что не взять, не отнять.